Начнем наш выпуск с репортажа, который прислал наш мобильный репортер. В преддверии новогодних праздников в организациях и учреждениях Ленинского городского округа проходят всевозможные праздничные мероприятия. День открытых дверей в ГИБДД превратился в веселый концерт. Поздравить сотрудников госавтоинспекции, а также тех, кто в этот день решил посмотреть на работу подразделения изнутри, пришли учащиеся Видновского лицея. Они презентовали коллективу ГИБДД собственными руками сделанный светофор и концерт, состоящий из нескольких песен и танцев. Перед концертом для ребят провели небольшую экскурсию, где показали работу отделов и групп, дали примерить форменное обмундирование и даже прокатили на служебном транспорте. Лицеисты, в свою очередь, подняли полицейским настроение своим выступлением. В память о дне открытых дверей все ребята получили новогодние подарки.